Всем привет! Проезжал мимо нашего объекта, решил заехать и уже снять окончательный вид нашей работы. Погодка сегодня выдалась в Санкт-Петербурге очень хорошая, солнечная, что редкость. Солнце будет мешать, отсвечивать. Ну, сейчас зайдем и поснимаем оттуда. Итак, с последнего видео что было сделано? Вот эти вот козырьки были закончены с обоих сторон и были сделаны оконные откосы. Вот. Сейчас я вокруг дома пройду, так покажу, как он смотрится. Осталось что еще заказчику сделать? Это вот покрасить кронштейны. А вот белые, вообще никак не смотрится. Оконный откос. Солнце отсвечивает, не видно. Ну, в принципе, это было показано еще на фотографиях там где-то. Здесь труба у нас выходит сквозь карниз. В сторону немножко, я потом вот лестницу поставлю, залезу на козырек, может еще пройдусь по кровле. Правда, сыро, все грязно, замораю кровлю, что не хочется, конечно. Так, давайте подальше отойду. Тепличка тоже отсниму. Красота. Мне нравится. Но мы в эту кровлю, честно сказать, очень много труда вложили. Практически каждый сантиметр был вылезан на этой кровле. Сейчас в доме производятся штукатурные работы. Василий, это хозяин дома. Василий! Как вам кровля? Отрежьте ваш... меня. Кровля. Мне очень нравится. Лучшая кровля. О. Не жалеете? Нет, конечно. Ну, сейчас по кругу пройду и залезу на крышу. Самое главное, это для нас отзыв заказчика. Конечно. Василий очень доволен. Вот. Ближе показать узлы все. Тем.
цвет очень-очень. Если, наверное, я себе дом построю и буду делать кровлю, возможно, буду делать в этом же цвете. Вот. Начали делать свои воронки. Вот. Темно, свечи не очень видно. Забор воздуха в холодный чердак проходит через эту перфорацию. Вот. Появились также колпаки. Темно, не видно. Через месяца два куплю камеру. Куплю или кто-нибудь подарит. GoPro 8 хочу. Вот. Буду снимать видео со всеми подробностями. Будет интересно. Так. Пойдемте посмотрим теплицу. Посмотрим сейчас. Это будет теплица. 12 мансардных окон. А вот. Темно, не видно. Мы сейчас на крышу поднимемся и посмотрим с крыши все это. Ай-яй-яй. Не видно. Вот. Вот здесь будут рамы тоже вставляться. Оконные стеклянные. Вот. Ну ладно, давайте сейчас поднимемся на кровлю и посмотрим, что там. Залез на кровлю. Эх, сейчас замораю, конечно, ее. Ну, полезли. Подводка сделана, да, двойной фальц. Вот. Так это выглядит. Шведский вариант. Подойти поближе, все посмотреть. Вот. А, что-то не настраивается. О. Пойдемте наверх. В прошлом ролике я уже ходил, в принципе, здесь показывал все, поэтому труба от котельной
будет проходить сквозь колпак. Вот. Это правильное решение. Там от камина тоже будет проходить сквозь колпак. Там такой же козырек. Немножко скапливается грязь в районе разоклонки. Ну, раз, два в год. Василий будет подниматься, просто подметать, и все. Так уже комментироваться тут нечего, потому что это все уже было показано. В том месте тоже. Не смывается в этих местах в разоклонке. Скапливается листва всякое. Вот. Убрать, пока я здесь. Не будем создавать условий для прорастания деревьев. Здесь-то я уже ходил в прошлом ролике, все это показывал. Солнце бьет. Вот она. Тепличка. Сделана в другом цвете. Ну вот. Как-то вот так вот, ребята. Все хорошо. Всем все нравится. Поэтому всем до скорой встречи. Всем пока. Двойной фальц рулит. По-любому. Да? Согласитесь. И прямые руки, конечно же. Ну, как же без этого-то? Все, всем пока.